На фоне ухудшения ситуации по заболеваемости COVID-19 президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 1 по 7 ноября. По такой же практике пошли регионы России, в том числе указ о нерабочих днях введен и в Южной Осетии с сохранением за работниками заработной платы. Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии, и все эти карантинные меры направлены именно на это. На оперативном штабе, на заседании оперативного штаба были приняты ряд ограничений, и в совокупности вот с этими решениями и дополнительно то, что указом президента 1 и 7 ноября в республике будут считаться выходными, все это вместе, конечно же, должны сыграть свою положительную роль в сдерживании вот распространения инфекции. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом штамма «Дельта» не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше. При этом растет заболеваемость ОРВИ, что создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему. Постоянно школьные и дошкольные учреждения не могут быть закрыты. Да? И в прошлом году у нас практически не было учебного процесса. Поэтому мы постарались без, конечно, ущерба в целом здоровью наших детей, мы постарались как-то их довести до вот каникул. Конечно, конечно. Поэтому, когда начинаются вот эти подсказки, да, вот абсолютно некомпетентных людей, то надо понимать, что мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию. Все образовательные учреждения уже вторую неделю находятся на карантине. Вместе с введенной нерабочей неделей, как отметила главный санитарный врач, каникулы получились довольно продолжительными. Это в лучшую сторону повлияет на эпидситуацию. Уже в середине ноября, по подсчетам эпидемиологов, должен пойти спад заболеваемости. Яна Плиева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.